Добрый день, друзья. Добрый день. И сегодня небольшой анонс. Совсем скоро начнется наш стрим в 18 часов. Он будет про состояние, про взаимодействие. Каким образом мы взаимодействуем друг с другом? Что лежит в подоснове реализации, проявления интереса мужчины, женщины? В общем, все, что касается взаимодействий на основании внутренних состояний. То есть, как стыкуются наши миры для того, чтобы проявилось то или иное. А потом в 20 часов у нас сегодня коллективное погружение. И тема крайне интересная. Чудо материализации. Чудо материализации. И вот здесь уже, конечно, будет глубина. Будет большая глубина на погружении. Мы будем рассматривать материю. Мы будем рассматривать, вот материя, вдумайтесь в само слово, как образуется материальный мир в психике. Материя, полотно, полотно матрицы. Каким образом оно образуется в сознании? Как сознание закручивает узлы, петли, образует ткань? Ткань, которая потом начинает проявляться теми или иными событиями. Как сжимается эта ткань в определенные узоры. Вот как этим, мы ткем это полотно. Как да? мы ткем в своей голове, в своем сознании вот эти узоры. На основании чего это потом все проявляется. Вот это все мы сегодня будем проживать вечером в 20 часов. С 20 до 21 часа будет коллективное погружение. Мы будем учить это делать, и у вас останется видеозапись в дальнейшем, как с этим работать. И для тех, кто занимается серьезно, у вас останется возможность углубляться в эту тему, потому что мы уже достаточно глубоко в ней, чтобы самостоятельно прожить свои озарения и осознавания на тему материализации, на тему проявления, на тему сотворения чуда, по сути дела. Чудо, которое творит наше сознание, проявляя вот этот наружный мир. Вот этим мы будем заниматься вечером. Если вам все это интересно, подключайтесь сегодня в 20 часов с платформы Subretion, subretion.com. Ждем вас на стриме в 18 часов и на погружении в 20 часов. До встречи, друзья. До встречи.